Готовим блинчики с тунцом. Кабачок натираем на терке, перекладываем в блендер, добавляем яйцо и соль. Перемешиваем. Добавляем молоко, муку и разрыхлитель. Еще раз перемешиваем. Получаем тесто для блинчиков. Жарим блинчики на слегка смазанной сковороде с двух сторон. У меня получилось 4 блинчика. Для начинки смешиваем тунец, яйцо, чеснок, сушеный базилик, перец и оливковое масло. Измельчаем. Начинка готова. Разрезаем блинчик пополам. На 1/3 половины блинчика выкладываем начинку. Сверху выкладываем ломтики помидора. Сворачиваем блинчик в треугольник. Наши блинчики с тунцом готовы. Всем отличного настроения и приятного вам аппетита! Не забывайте подписываться!